Добрый день, дорогие зрители канала «Домашний очаг» с Мариной. Я снова выхожу в эфир, чтобы дать вам видеозадание, видеосовет по уборке в вашем нашем доме. Но, дорогие друзья, сегодня прекрасный день. Сегодня день Валентина, день влюбленных. Ну, какое же задание я могу дать дорогим женщинам? Задание будет очень маленькое и очень приятное. Но я хочу прежде всего поздравить, дорогие мои зрители канала «Домашний очаг» с Мариной и всех наших каналов. Марина Цветы, канал о выращивании обычных, необычных растений. Канал «Viva Woman». Я также хочу вас поздравить, дорогие мои друзья. Канал предназначен всем, кто увлекается натуральным уходом за собой, красота волос, тела. И канал «Вкусно пальчики оближешь». Дорогие друзья, все четыре наших канала предназначены для вас, в помощь вам, мотивация. Я от всей души поздравляю вас с таким прекрасным днем, с днем Валентина, с днем влюбленных. И иногда я слышу удивление от мужчин, которые говорят: «Ну что же это за праздник такой? Зачем он нам нужен? Он не нужен в наше время». И я понимаю, мужчинам может быть очень сложно еще раз проявить заботу, любовь и внимание к нам. Но я хочу, дорогие мои женщины, обратить внимание на то, что это обоюдный праздник. И что проявите сегодня нежность, любовь, заботу о своем любимом человеке. Проявите себя сегодня хорошим настроением, вкусным ужином, позитивным настроением. Это будет очень важно. И, конечно, хочется небольшой подарок, презент приготовить для любимого мужчины. Но это по мере возможности. Дорогие друзья, сегодня я не обойду вас своим заданием. Мы работаем в гостиной на этой неделе. И сегодня задание будет обратить внимание на диваны, на кресла, на пуфики. Я очень, конечно, хочу, чтобы сегодня в вашем доме был вкусный романтический ужин. Но и хочу обратить внимание на место в гостиной, где, я надеюсь, этот ужин будет сегодня. Посмотрите на диван. Может быть, пришло время поменять покрывало. Может быть, надо в доме добавить подушечек, думочек, которые также придают уют для отдыха очень хорошо. Обратите внимание на кресло. Недавно я снимала видео о том, что вот захотелось мне почему-то поменять мебель. Ну, пришло время, наверное. Казалось бы, уже и подобрала я гарнитур мягкий, но, подумав, поразмыслив, я нашла более легкий способ. Я зашла в магазин ткани, купила искусственный каракуль мех, такой очень приятный. И действительно, моя комната наполнилась совсем другим внешним видом. И то тепло, которое принес искусственный мех вот в зал, настолько приятно вот сесть зимним вечером, окунуться, укрыться в покрывало. Поэтому обратите внимание, может быть, сегодня можно достать какие-то у вас, может быть, у вас где-то лежат праздничные покрывала или поменять подушечки. Поэтому сегодня, дорогие друзья, я поздравляю вас с днем влюбленных. Желаю, чтобы вы были любимы, желаю, чтобы вы любили, желаю вам здоровья, оптимизма. Если вы еще одиноки, поверьте мне, это все очень быстро у вас изменится. Если вы будете зрителем канала «Домашний очаг» с Мариной и всех других наших каналов, вы поменяете свой характер, отношение к жизни и обязательно встретите человека, который духовно будет с вами близок, будет гармоничен с вами в этом мире. Но обращаю внимание на то, что вы не должны грустить, не должны быть пессимистом, вы не должны быть угрюмы. Работайте над собой, помогайте себе встретить прекрасного человека, с которым вы пройдете по жизни много-много-много лет. Вот такое задание у меня сегодня для гостиной. Конечно, мне очень хочется, чтобы сегодня вам любимый человек подарил цветы. Но случается так, что или финансовая возможность нет такой, или по другим каким-то обстоятельствам. Мы с вами говорим о том, что комнату в зимний период можно украсить и искусственными цветами. Многие могут противоречить мне то, что неприемлемы искусственные цветы,
например, в вашем быту. Но сейчас настолько красивые цветы, которые практически копируют живой мир природы, цветов. И действительно, вы можете добавить вот таких ярких красок. Но я надеюсь, что в день влюбленных все-таки у вас будут живой букетик цветов, наполнится дом ароматом, гармонией, и вы проведете прекрасный романтический вечер. Еще раз с праздником, дорогие женщины! И снова я хочу повторить девиз своего канала. Чтобы быть счастливой, не надо успевать все, надо успевать главное. Дорогие женщины, будьте любимы и любите сами. Это главное в этой жизни.